со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных во мне уже осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружь чужих людей соединённость и разобщённость близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит. В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. Название улиц тоже не отличается разнообразием. В каком городе нет? Первый садовый, второй загородный, третий фабричный. Первая парковая, вторая индустриальная, третья улица строителей. Красиво, не правда ли? Простите, вы не скажете, как мне пройти на третью улицу строителей? Улицу строителей? Третья, да. Вот за теми высокими домами. А, вот туда, да? Да, налево, там увидите церковь. Спасибо, понял. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо.